Нина Даньшина – пациентка гериатрического отделения Армавирской городской больницы. Оно открылось 1 марта и рассчитано на 20 коек. Здесь помогают пожилым людям с диагнозом старческая астения. Буквально ставят их на ноги и улучшают их жизнь. Нина Петровна очень довольна, что попала сюда. Честно, от души очень рада. Вот честно говорю. Мы пришли, чтобы нам помогли, спасли. Отношения очень хорошие. Кормят хорошо, все хорошо. Все нас смотрят, приходят. Пока в новом отделении только 11 пациентов, но есть возможность принять еще. Это могут быть как армавирцы, так и жители ближайших населенных пунктов. Врачи говорят, что гериатрическое отделение – очень полезное новшество, потому что именно здесь пожилые люди могут получить специализированную помощь. Мы принимаем больных плюс 65 лет возраст с диагнозом старческая астения. То есть для того, чтобы данные пациенты проходили у нас здесь лечение и реабилитацию. У нас было 5 коек, но с 1 марта мы их увеличили до 20 коек. У нас эти 5 коек были на базе терапевтического отделения, а с 1 марта мы создали отдельное отделение гериатрическое. Курс лечения составляет от 7 дней или больше, в зависимости от состояния пациента. Главная задача врачей – восстановить физическую активность пожилых людей, дать им возможность самостоятельно жить без посторонней помощи. Помогаем кому-то с опорно-двигательным аппаратом, помогаем даже где-то с психосоматическими заболеваниями. С ними работают невропатологи, в том числе кардиологи, также узкие специалисты нашей больницы. В отделении работают врачи-гериатры, очень актуальные в настоящее время специалисты. Продолжительность жизни населения увеличивается, и остро стоит вопрос о том, чтобы улучшить качество этой жизни. Для этого и нужны гериатры. Есть такой врач-педиатр, который занимается людьми с рождения, и поэтому возникла потребность, возможно, в враче-гериатре, который будет заниматься пациентами со старческими заболеваниями, потому что пациенты в возрасте, они имеют полиморбидность, то есть у них 2-3 несколько хронических заболеваний, соответственно, которые необходимо лечить именно с учетом их старческих особенностей. Врачи говорят, что результатом лечения всегда является положительная динамика, активизация всех жизненных процессов пациента и радость от получения прилива сил и улучшения самочувствия. Влада Волошина, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 «Армавир».